Итак, для того, чтобы реализовать видение, нужно две вещи. Должно быть само видение и должен быть менеджмент. Я бы хотел сказать несколько слов о менеджменте. Что значит управлять или что значит заниматься менеджментом? Этот план, который мы сейчас постараемся пройти, в свое время сформулировал Элек Маккензи. Было это в 1969 году. Это старая статья, но ее снова и снова перепечатывают. Там пять стадий uh, менеджмента: планирование, организация, кадры, управление и подотчетность. Начнем с того, что видение не имеет ценности, если у нас нет плана его реализации. Нужна стратегия, нужен Систематический план организации и использования ресурсов для того, чтобы осуществить это видение. Должен быть план. Апостол Павел в послании к Римлянам, 15 глава, 24 стих, говорит: Я собираюсь в Испанию. У Павла был план. Давид говорит о том, что он получил от Бога указание, план, как строить храм. Не просто видение, что храм должен быть построен, а указание, как построить этот храм. Должен быть план. Притчи 21.30. Нет мудрости, нет разума и нет совета, вопреки Господу. Нам нужен Божий план, Божий замысел, Божий совет. Далее, планирование, а потом организация. Маккензи говорит о том, что организовывать, организовать, значит установить организационную структуру, структуру, которую можно начертить. Это картинка, такая диаграмма организационных взаимоотношений различных частей проекта. Кто кому подотчетен, кто кем управляет, кто начальник, кто подчиненный, кто сотрудник. Какое у нас подчинение? Горизонтальное, то есть это просто сотрудники, или вертикальное, начальники или подчиненные. Должны быть должностные инструкции, должны быть требования к тем, кто будет занимать эти должности. Это все организация. Итак, планирование, организация, дальше кадровые вопросы. Необходимо решать кадровые вопросы. Рич Терлинг, президент компании Harley-Davidson, той самой, которая делает мотоциклы, говорит о важности кадров, о важности ресурсов. Говорит вам об этом так: если вы берете на работу и даете ресурсы идиоту, человеку, который не умеет принимать решения, человеку, который не умеет эти решения реализовывать, то на выходе у вас получатся идиотские решения, и они будут приняты очень быстро. Значит, соответственно, нужно думать о том, кому мы даем работу, кому мы даем поручения, и расставлять людей с ресурсами, с дарами, которые соответствуют данным задачам. Как находить таких людей? Мне нравится совет Кальвина Миллера. Он говорит так. «Божьи дети, как Давид, в очереди не стоят». Иными словами, далеко не всегда понятно, кто Божие дитя, кто нет, кого Бог поставит, кого нет. Помните ситуацию с Саулом? Помните, когда Саул был царем Израилевым? А Самуил должен был найти того, кого помажет Бог, и это был Давид, и Давида тоже было нелегко найти. И интересно, что когда дети Исея, сыновья Исея, выстроились в очередь перед Самуилом, в этой очереди не было Давида. Давид в очереди не стоял, он овец спас. И вот так и бывает часто. Люди не стоят в очереди. Дело не в том, что он стоял и ждал. Дело в том, что он уже работал и, соответственно, тем самым показывал свою эффективность. И в этом плане нам нужно быть внимательными и просить Бога показать тех людей, которых он хочет к нам привести. Рик Уоррен говорит об этом интересно. Он говорит, если мы нанимаем сотрудника церкви на полную ставку или на полставки, и его работа не окупается в течение года, в смысле роста организации и так далее, то, если это не происходит, значит, мы приняли идиотское решение, и мы не того человека взяли. Его работа должна окупаться, по крайней мере, ростом организации. Это значит, что мы должны быть очень внимательными, когда выбираем кадры, подбираем кадры для труда в нашей организации. А дальше нам нужно управлять работой и обеспечить подотчетность. Моя жена три года работала в церкви, и она занималась всем, что касалось службы гостеприимства и того, чтобы люди из гостей постепенно становились своими людьми, включались в служение и так далее. То есть она руководила группой, которая вела и кофейню в церкви, и людьми, которые раздавали бюллетени в церкви, и людьми, которые встречали гостей в церкви. Она руководила добровольцами, которые беседовали с людьми, может быть, в коридоре, в, приход, в фойе церкви. То есть вот это была ее работа. Она была ответственной за организацию обеда с пасторами раз в месяц, за то, чтобы пригласить людей на этот обед. Кроме того, на этом обеде именно она должна была рассказать новичкам о том, как включиться в жизнь церкви. И вот что я наблюдал. Я видел, как работает начальник моей жены, тот, кому она подотчетна. Он поставил перед ней две совершенно четких цели. Во-первых, она была должна четко учитывать, сколько людей приходят на обед с пасторами, и, во-вторых, сколько людей вливаются в другие служения. Вот это она должна была учитывать. У нее были совершенно конкретные цели, две цели. Она работала на полную ставку в службе гостеприимства. Я видела, как она работает не по 40 часов в неделю, не по 50 часов в неделю. Зачастую гораздо больше. В Америке у нас 40-часовая -час, или 45-часовая рабочая неделя. Она работала гораздо больше. Почему? Потому что у нее была очень четкая цель, даже две цели. И эти цели мотивировали ее, потому что ей... Не говорили, как нужно добиваться этих целей. Это была ее задача. Ей нужно было построить эту систему. Ей нужно было решить, как все это будет делаться. Ей нужно было uh, решить, как это сделать наиболее эффективно. Она одаренный менеджер. Она могла это сделать. Но ей дали цели. Есть менеджеры, которые подобны диктаторам, которые начинают ими им управлять, которые говорят, как делать то, как делать другое. Они исправляют каждое их движение. И вот это абсолютно демотивирует, особенно опытного человека, зрелого человека. Может быть, ребенка нужно таким образом контролировать, но ни в коем случае не взрослого человека, который понимает видение который понимает свою роль, который имеет необходимые дары для того, чтобы вести проект. Конечно, должна быть подотчетность за достижение конкретных целей. Но знаете, что здорово, когда в церкви у лидеров четкое видение, у пресвитеров, у дьяконов четкое видение. Они понимают, какая следующая гора, на которую нужно взойти. У них четкий план. Они хорошо организуют. Они приводят нужных людей и дают им, ставят перед ними ясные цели. Обеспечивают подотчетность, но при этом дают им свободу делать то, к чему призвал их сам Бог. И да поможет нам Господь быть людьми видения, но также реализовывать это видение Божьей силой и благодатью. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.